Эта трагедия также произошла на неосвещенном участке северной объездной дороги. И опять-таки непонятно, что человек делал среди ночи на проезжей части. Поблизости нет никаких населенных пунктов. Водитель, скорее всего, заметил пешехода в самый последний момент. Судя по следам на проезжей части, а также разбросанным осколком от автомобиля, наезд произошел на этой стороне дороги, после чего мужчина перелетел через разделительный отбойник и рухнул уже на встречке. Подъехавшие медики рассказали, что шанса выжить у пешехода не было никаких. По одним осколкам автомобиля, которые остались на месте, вряд ли бы удалось выйти на личность владельца машины. К счастью, у ДТП оказались свидетели. Они сообщили марку и госномер эвакуатора, который сбил человека, полицейским. И в считанные минуты большой груз удалось остановить в районе моста через Волгу. Сейчас с шофером работают следователи и выясняют, по какой причине он не остановился, а поспешил скрыться с места аварии. И никаких документов при себе у погибшего полицейские не обнаружили, поэтому он до сих пор не опознан. Равиль Сайганов, Александр Царегородцев, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.